на градуснике плюс 9. В течение дня до плюс 14, 16.00 обещается дождь, и так на целый вечер. Ну, это обещано. Но сейчас уже пасмурно видно. Доброе утро, Полтава. Сегодня 12 мая. Ну, теплеет, теплеет. Но, несмотря на это, я все-таки одет не по-майски. Из больших дат, серьезных, сегодня Международный день медицинской сестры. Медсестры – это такая, наверное, самая важная профессия. И всех знакомых медсестер надо бы поздравить сегодня. Поздравляю вас. Спасибо вам за вашу работу. Из серьезных дат больше я не заметил так особо ничего, но вчерашний день был у некоторых людей эйфория даже была. Безвизовый режим ввели. Счастье-то какое. Напомню, что более 70% украинцев никогда не были за границей. И не думаю, что больше 10% теперь с помощью безвизов съездят туда. Общее нищание народа. Вряд ли люди в ближайшее время смогут себе позволять пользоваться такой роскошью, как поездка за границу. Но, тем не менее, кто-то рад, а кому-то это большинству без разницы. Всем удачного дня. Держимся. Ждем моих репортажей.